Начиная со 2-3-16 века получает распространение еще одна разновидность живописной эпиталамы – аллегории, прославившие брачные узы с помощью героев классической мифологии, в первую очередь Марса и Венеры, которых могут сопровождать Купидон, Флора и другие персонажи. Жанр быстро приобрел популярность. В нем работали все крупные художники XVI века, создавая произведения как для местного рынка, так и на экспорт, в том числе заальпийский. Одну из наиболее ранних сцен такого рода разработал Тициан в 1531-1532 годах по случаю бракосочетания итальянского кондотьера Альфонсо Давалоса, маркиза Пескары, и дель Васту с Марией Арагонской. Впоследствии она много копировалась. На картине мы видим Венеру с обнаженной грудью, с перевитым жемчугом волосами, и Марса в блестящих доспехах, покровительственно возлагающего руку на грудь Венеры, демонстрируя свои права супруга. На коленях Венера держит сферу, вероятно, знак власти, в то время как маленький Купидон подносит новобрачным тяжелую связку фасций, античный символ согласия. Поздравляют их, вероятно, Веста в венке, прижатой к груди рукой, и Гименей с корзиной, полной цветов и фруктов, символизирующих плодородие.